Друзья, всем привет! Вы на канале Капитан Крым. У меня для вас сегодня красивые и приятные новости. Когда я ехал на первом поезде из Санкт-Петербурга в Севастополь, близко к поезду подошел мальчик Кирилл, мой подписчик, и, как оказалось, юный блогер. У него есть свой канал про поезда. И вот, совершенно неожиданно для меня, он прислал приятную новость для всех, для нас. В Крым едут вот такие красавцы, прямо с завода. Аналогичные электрички сейчас ходят в Подмосковье. А где будут ходить эти новые крымские красавцы и все детали, я думаю, нам скоро официально расскажет пресс-служба ЮППК. Два состава ЭП-2D по 6 вагонов, скорее всего, уже в Крыму. Еще один состав идет вдогонку. Я думаю, мы уже этим летом успеем с вами на них прокатиться. Также к нам в Крым едут рельсовые автобусы РА-3. Три машины по 2 вагона и одна машина 3 вагона. Всего 4 состава. Огромное спасибо Кириллу за такие хорошие новости. У него на канале всего 140 подписчиков. И я думаю, мы с вами должны ему помочь. Дорогие друзья, кому не сложно, перейдите по ссылке в описании и поставьте ему лайк. Обязательно поддержите парня подпиской. Я уверен, у него получится отличный, интересный канал. А мы с вами будем встречать новые поезда в Крыму. С каждым днем и месяцем Крым меняется в лучшую сторону. И я уверен, у нас с вами все будет хорошо. Я жду ваших комментариев, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем привет с дождливого полуострова. Ваш капитан Крым.